В поселке Проведения прошли командно-штабные учения по пресечению террористического акта. Согласно легенде, неизвестные лица захватили пришвартованный в морском порту пассажирский теплоход «Капитан Сотников» и взяли в заложники членов экипажа и гражданских лиц, находящихся на судне. Угрожая расправой над людьми, условные террористы выдвинули неприемлемые требования – выпустить из мест лишения свободы лиц, принимавших участие в боевых действиях на стороне международной террористической организации. При проведении учения сотрудниками силовых ведомств отработана организация действий по блокированию преступников, оцеплению прилегающей территории, в том числе водного пространства, созданию объездных безопасных маршрутов и эвакуации населению поселка. Кроме того, сотрудниками пожарной и медицинской службы проработаны мероприятия по ликвидации условного возгорания и оказанию помощи пострадавшим. По результатам учения представителями оперативного штаба выработаны меры по повышению эффективности действий при угрозе совершения террористического акта и оперативности межведомственного взаимодействия. Действия участников КШУ по реализации первоочередных мер, направленных на пресечение террористического акта и минимизации его последствий, получили положительную оценку руководства оперативного штаба в Чукотском автономном округе.